Внутрипартийное голосование за кандидата на пост главы Якутска состоится 28 мая. Победитель праймерис сможет представлять партию «Единая Россия» на выборах руководителя администрации города. Заявку на участие в голосовании может подать любой желающий, вне зависимости от партийной принадлежности. Однако пока свое желание участвовать в выборах кандидата огласил только действующий градоначальник Айсен Николаев. Напомним, что сами выборы главы города состоятся 10 сентября этого года. И, конечно же, для меня очень важно участие во внутрипартийном голосовании, для того, чтобы уже в ходе внутрипартийных дебатов мы могли еще раз сверить часы, посмотреть, какие есть предложения у нашего населения, у участников праймериз, с тем, чтобы в конечном итоге партия вышла на непосредственно сами выборы уже максимально подготовленные, с максимальным учетом мнения населения, и для того, чтобы эта программа была наиболее народной.